iPhone 3G. Замена сенсорного стекла. Для начала телефон необходимо разобрать. Последовательность разборки подробно описана в ролике «Разбор iPhone 3G». Для замены сенсорного стекла его необходимо нагреть до температуры 200-220 градусов и аккуратно снять. На новое стекло наклеивают наклейки сверху и снизу и устанавливают его на раму. Процедура эта достаточно сложная, поэтому мы рекомендуем выполнять ее в условиях специализированного сервиса.